Сегодня своим указом глава Чувашии назначил новых членов Центральной избирательной комиссии. Ими стали представители общественных организаций Татьяна Николаенко и Анастасия Глушкова. Полномочия предыдущих членов избирательной комиссии были прекращены досрочно. Глава республики поблагодарил Юрия Садовникова и Дмитрия Щепелева за добросовестную работу. Замены в составе ЦИК произошли оперативно. Председатель комиссии Александр Цветков отметил, что новые члены уже имеют опыт работы на выборах. В прошлом году при участии Татьяны Николаенко была организована горячая линия связи с избирателями. Анастасия Глушкова состояла в составе молодежной избирательной комиссии. В 2012 году я и практику проходила в Центральной избирательной комиссии Чувашской республики. Честно, это был огромный опыт, очень хороший с точки зрения, вот юрист, да, ты только студент, и с этого начать, с практики в Центре избиркома Чувашии, честно, это было ценно. И мы попадаем сейчас в состав Центральной избирательной комиссии в самый разгар за месяц до выборов. Здесь, конечно, нет времени на раскачку, здесь нет времени, безусловно, на раздумья, какие-то сомнения, здесь нужно только работать. Сейчас главная цель – это объективно, честно и добросовестно провести выборы в интересах в нашей республике, жителей и вообще в целом по Российской Федерации. Михаил Игнатьев призвал вновь назначенных членов ЦИК работать ответственно, опираясь на действующее законодательство.